Всем приветики! Именно сейчас, в эту секунду, я объявлю имя победителя. Дын-дын-дын. Для этого нужно было под тем видео, где я объявляла конкурс, именно под тем видео оставить самый прикольный, классный и креативный комментарий. Количество комментариев было не ограничено. И этим счастливчиком, дын-дын-дын, один победитель, один приз. Со временем все возможно будет и побольше. Этим счастливчиком оказался барабанная дробь. Иван Голубев. Иван, поздравляю я тебя с этой победой. Спасибо тебе большое за такой прикольный и классный комментарий. Иван, не стесняйся, пиши мне в Инстаграм. Мы с тобой там обсудим, как, что и лучше перевести тебе денежку. Все, я с тобой на связи, пиши, не стесняйся. Но остальным я хочу сказать, не расстраивайтесь. Именно завтра стартует еще один конкурс. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал. Возможно, именно ты будешь следующим счастливчиком. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Муж говорит жене: «Дорогая, какая у тебя красивая новая блузка!» Жена так игриво: «Да, дорогой, у меня, кстати, под ней ничего нету». Муж, не отрываясь от телевизора: «Да не переживай, вырастут еще!»